Дорогие друзья, я очень люблю город, который стоит на Неве. И в этом году я еду в Питер и приглашаю всех приехать и изменить свою жизнь. Каждый день мы пользуемся тем, о чем даже не вспоминаем. Это голос. Голос нам нужен, чтобы говорить, чтобы продавать, чтобы покупать и чтобы себя презентовать. Есть люди, которые хотят петь, есть люди, которые боятся петь. Так вот, я предлагаю разобраться с этим предметом. А это предмет, и он двигается по траектории, которую мы для него указываем. И когда мы понимаем, что голос — это такая же машина, нужно просто научиться ее водить. Я обещаю, что я вам дам инструкцию по эксплуатации голоса, вытащу этот голос. Вы удивитесь, какой он хороший, какой он красивый, полюбите свой новый голос, и вам будет просто приятно говорить и петь. Итак, я приглашаю вас на интенсив по вокалу в Санкт-Петербурге с 25 по 28 мая.